Всем доброго времени суток! На ваших экранах очередной мой видеоурок на различные элементы флиппинга. И сегодня речь у нас пойдет о таком элементе, как фастдрав. Выглядит он вот так. Фастдрав является элементом начального уровня, следовательно, не потребует от вас изучения каких-либо других элементов. Перейдем к его выполнению. Держим нож прямым хватом, вот так. При этом начинать выполнение элемента можно как с опасной, так и с безопасной рукояти. Никакой разницы нет, кроме разве что положения режущей кромки клинка вашего ножа в конце элемента. Для примера выполнять элемент будем за опасную рукоять. Итак, держим нож прямым хватом за опасную рукоять. Отпускаем безопасную рукоять и клинок, перехватываем опасную рукоять и махом закидываем безопасную рукоять и клинок на опасную рукоять. Нож открыт. Точно так же выполняется и закрытие ножа. Отпускаем опасную рукоять, перехватываем безопасную, закрываем нож. Обратите внимание, что элемент целиком делается в один шаг. То есть вы должны добиться выполнения всех составляющих элемента друг за другом, без перерыва. Для этого можно подключить небольшое движение кистью. Ничего сложного, просто потренируйтесь. Вот и весь элемент.